Готовим полезные конфеты из зеленой гречки. Потребуется минимум ингредиентов, а процесс приготовления элементарно простой. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить конфеты из зеленой гречки. Порошок какао можно заменить на кэроп. Для обсыпки также можно использовать какао, измельченные орехи или кокосовую стружку. По желанию в конфеты можно добавить сушеный имбирь, корицу или кусочки измельченных орехов. Конфеты получаются диетическими и даже полезными. По вкусу чем-то напоминают пирожное картошка. Зеленая гречка, 1/2 столовой екона. Финики, 1/2 столовой екона. Кунжут, 3-4 столовые ложек. Какао-порошок, 2 столовые ложки. Количество порций, 7-8. Подготовьте все ингредиенты. Зеленую гречку замочите на ночь. Затем хорошо промойте в холодной воде. Финики залейте теплой водой и оставьте на 10 минут. Затем удалите косточки. Измельчите блендером финики, зеленую гречку и какао до однородной массы. Скатайте из массы шарики. Обваляйте их в кунжуте, уберите в холодильник на полчаса. Конфеты из зеленой гречки готовы. Приятного аппетита!